Около 15% участков садовых товариществ в республике являются бесхозными. Статистику подвели в региональном отделении Союза садоводов России. Накануне правительство страны отклонило законодательное предложение об изъятии невозделываемых садов, внесенное Заксобранием Самарской области. Как отмечают эксперты, закон и сегодня обязывает использовать садовые и огородные участки по целевому назначению. Теоретически, если дачник в течение длительного времени не возделывает участок, его и сегодня могут оштрафовать. Росреестр активно следит за целевым использованием земли. Мониторинг проводится в том числе с помощью беспилотников. Гражданский кодекс не предусматривает принудительного изъятия садовых и огородных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению. Этот вопрос, так же как и электрика, стоит уже в этом году. Поэтому поручения различным ведомствам уже даны. Каждый готовит свое предложение, как же с этой проблемой массово, не возлагая только на плечи председателя, решить, чтобы был понятный простой механизм введения в оборот этих участков, чтобы не было у нас бесхозных мертвых садов. Ну и в качестве еще одного предложения – ограничения на приватизацию невозделываемых участков. По данным Союза садоводов, сегодня в Башкортостане остаются неприватизированными 30% дач в садовых товариществах.